Мы спонтанно все делаем, Алексей Николаевич, сразу давай, когда ребенок рождается, а здесь взрослые есть, которые тоже были детьми. Когда-то были детьми, сейчас вы были дети, я бы просто к зеркалу подходите и говорить, вот, что-то у ребенка уже морщины, ну и так далее. А вообще-то внутри, где-то у вас везде живет тот же самый ребенок. И когда ребенок рождается, какие, скажите, взрослые, а ребята, послушайте, какие две важные, самые важные мысли есть у родителей? Какой ваш ребенок? Здоровый. Здоровый и счастливый. Здоровый, счастливый, побочный эффект счастья. Не может быть. Здоровый, очень точный счастье. Успешный. Какой? Успешный. Успешный, да. Все мы очень сильно. Я в данном случае это мой жанр. Да. Еще, любви. Вот здоровье, я согласен на 100%, потому что я лично думаю о своих детях. Главное, чтобы были здоровы. Потом уже успех, деньги, это все живут. Гармонично развитые. Гармонично развитые, еще одна версия. Это уже саморазвитие, о чем вот сейчас мы говорим. Дальше. Это уже мои хотелки. Я говорю, вы как родители, что меня не любят. Здоровье сильно. Спасибо. Давайте мы сейчас две все-таки здоровья и что-то связано с неким успехом, движением таким. Вот, и если представить этот платок как некую аллегорию начинающей жизни, то что делает психология, психология телесности, которую я представляю нам? Родитель хочет, чтобы через кольцо судьбы ребенок прошел, какая бы жизнь длинная ни была, легко и свободно. Правильно? Вот точно, потому что вы знаете, что, блин, жизнь может быть разной. Почему? Потому что в детском саду вы копались в песочнице, вот забрали совочек, ты взял мой совочек, плохой девочка или мальчик. Ну я где-то пример, понятно, ребята? Узелок завязался, ситуация прошла. Или папа бежал за ребенком в детский сад, опоздал чуть-чуть, или мама опоздала, ребенок думает, все, меня не любят, завязал шнурочек. Папа прибегает на 5 минут позже, или мама говорит, все, не волнуйся, сынок, это машина, пробки и так далее, бизнес. Узелочек завязался, ситуация прожита. Потом следующее, приходит человек в школу, учит целую ночь задание или играет в компьютер. Потом приходит на утро, сдает урок, а ему говорят, материал ты не сдал, дорогой мой, иди бестолковый, садись на свое место, два, и еще у тебя. Итак, из 200 лет, которые человеку отпущены, а до потопа люди жили 1000 лет, проживает человек гораздо меньше. Да дядь, день рождения. Да. Слышите? А теперь смотрите. Сколько узелков? И когда вы говорите, сынок или дочка, давай-ка ты по судьбе, мы же все делаем для тебя. И мы думаем, что ты был здоровый, успешный. Иди. А он говорит, пап, мам, я что-то все стараюсь, а что-то у меня узелки какие-то. И не пущает. Вот задача, что делает Алексей Николаевич? Мышление в поведении детей. И что делают наставники, мастера, которые здесь тоже приходят, и мы... И хорошо, что родители приехали с детьми, и сегодня, наверное, мы договоримся, будет еще для взрослых практик. Чтобы не просто наблюдали за Камасутрой, а чтобы ее пережили. Для детей потом приведут. Задача в наших занятиях, когда они начинают заниматься, понятийные вещи, это удел взрослых. Задача просредством работы в паре, работы со своими руками, ограничениями, и тем самым развязывать узлы, которые еще или уже накрутились. Ребятки, это понятно? Если вы сейчас слышите это, и вы видите, что у вас какой-то угол, вы не можете что-то говорить родителям, или вы не делаете какие-то физические упражнения, но когда вы их развязали, потому что Алексей Николаевич является, или родители начинают по-другому смотреть на вашу жизнь, тогда ваша, какая бы ни была длинная и сложная ваша жизнь, вы пройдете ее с определенным спокойствием и уверенностью. Достаточно просто. Как так жить? Вот чтобы мое время истекло, и, наверное, я приехал сюда. Цели что-то показать. А бутылки есть ли? Куча. Нет, а две стеклянные. Стеклянные? Пустые.
Именно же стеклянные. А ты хочешь побитому стеклянному? Денис! Я могу принести кубок. Они все родители его знают. Я знаю некоторых, хотел пожать руку. Да мне... Да, ребенок пришел, а у меня есть такой же. Я так лошадок тикаю. Потому что до этого дня я всех удивлял. Вставай. Это у меня в кармане. Этот коврик. И... Все у меня. А коврик я все-таки...